Виталь, последний присланный тобой для калибровки стержень. 400-ка в длине 180. Вот они твои. Изолента, твоя запись. На 180. Заряжен уже. Заряжен в калибратор. Вот заодно тут и Кириллов смотреть будет. Сейчас увидишь мюсье Кириллова, предводителя всех повстанцев в России. Знает миллион способов отъема денег у населения, при этом ломает сильно гвозди. Так, что-то я не пойму. Ну, у тебя, говорю, хорошие гвозди. Я ничего не пойму. Так. 400-ка. Запись идет. Техническая маленькая неполадочка. Я очень сильно приблизил. Да. Ага, все. Ну, посмотрим, что твоя 400-ка. Ты же вроде бы у нас не брал. Это значит мурманский вариант. Посмотрим. Наши давали 226-230 килограмм. Это последняя калибровка на сегодня. Я твои все гвозди прокалибровал, все стержни прокалибровал. Все, что просил, сделал. Кириллу твои пожелания скажу. Все, по нулям. Поехали. Смотри за деформационным первым моментом. Все, натяжка пошла. 70 килограмм. Ну, вот сотню сразу. Все, пошла она где-то, ну, быстро набирает, тяжелая. 150 килограмм. 180. 186. 194. 200. 200. 206. 212. 219. 224. 230. Радует твои стержни. 236. 242. 242. Сейчас металл успокоится. 235 килограмм. Ну, практически 28 градусов. 30. 235. Опять же, жесткая у тебя очень 400-ка. Сейчас чуть-чуть ее подтянем. Вот в 246 килограмм я ее подтянул. 239. 240 килограмм у тебя будет 400-ка. Вот они, 30 градусов. Отдача, посмотрим, наверное, не будет. На гвоздях она минимальна. Да, совершенно чуть-чуть. 240 килограмм, Виталь. Опять мурманский вариант. Слишком тяжелый получается. Потому что мои, вот, что я ребятам рассылаю, они чуть легче на 180. Сейчас я на градусы покладу. Посмотрю, что там по градусам. Даже, мне кажется, и не будет полностью 30. Так. Ну все, сняли мы последний с да. 20. Получается даже 20, где-то 6, 25-26 градусов. Ну, как бы это не за 240. Килограмм 245, наверное, будет. Где-то так. 245, под, даже под 250. Вот такие у тебя 400-ки. Вот разные заводы. Что-то добавили, и металл стал намного жестче. Виталь, все. Давай, удачи, здоровья. Привет Мурманску. И привет тебе от Саши Кириллова. Привет. Пока.